Главное событие сегодняшнего вечера, и первым октагон направляется Жанибек. Жанибек Улан, а у нас сейчас некое обновление за комментаторским столом. Прямо сейчас со мной комментирует главное событие на 50 ваниль Радиков, бывший чемпион Лиги Найза в легкой весовой категории. Изначальный соперник Нариман Аббасов, но, к сожалению, который вынужден был сняться по причине травмы. Ваниль, приветствую тебя. Ассаламу алейкум, Арман. Ассаламу алейкум, курмита казах иля. Да, должен был драться главное событие вечера. Но по причине драмы решили вместе с командой, с нашими тренерами, Азизом Агай, Эдуардом Агай и руководством клуба, что нужно сниматься с боя, дабы не подводить никого. И решили сняться. Вот Жанибек, Жанибек Улан, имеющий рекорд 13 побед и 8 поражений, 27 лет этому спортсмену, является уроженцем города Бишкек, выступает в легкой весовой категории, но раньше выступал на категориях и легче, на самом деле, постепенно поднимаясь в весовой категории, меняя дивизионы. Свой дебютный поединок Жанибек Жанибекулов провел в 2016 году, дебютировал с досрочной победой во втором раунде, выступал достаточно с переменным успехом. Известен, конечно же, казахстанской публике в бояне против Руслана Серикулова. Целая трилогия, на самом деле, была. Также в Лиге Найза он провел немалое количество поединков. И по большому счету в Лиге Найза проиграл только лишь Руслану Серикулову. Но это было на Найза 14 и Фанилию Радикову в рамках турнира Найза FC36. Ну да, Жанибек славится своими зрелищными боями. Он ветеран Лиги Найза. Бьется с самых первых турниров, там показывает, закатывает красивые зрелищные бои. Крайний бой выиграл. Это его большой шанс. Он вышел на замену. Спас, можно так сказать, да, там главное событие вечера. Но сегодня, мы думаем, он в очередной раз покажет красивый зрелищный бой. Готов пойти в клетку Жанибек. Жанибек Улан. Да, видно, как заряжен. И с учетом перехода в легкую весовую категорию, он набрал мышечную массу, видно. Сейчас выглядит настоящим легковесом. Заряжен. И готов, наверное, сегодня. Ведь такой шанс раз в жизни предоставляется. Ну а мы ждем второго участника главного события вечера, Наримана Аббасова. Об этом чуть позже, конечно же, о бойце поговорим. Прямо сейчас все внимание на экран. Следующим октагон направляется 28-летний боец из города Баку, столица Азербайджана, Нариман Аббасов с рекордом 28 побед и 4 поражения. Нариман Аббасов свой дебютный поединок в профессионалах провел в 2013 году, аж думайте, в 2013 году, вот уже 10 лет выступает в профи. Был, наверное, правильно сказать, последним чемпионом, непобежденным чемпионом лиги Fight Night в легкой весовой категории. Побеждал очень многих бойцов, среди которых Мариф Пираев, Шамиль Завуров, Фуад Хамитов, Шамиль Амиров, ну и прочие-прочие известные бойцы этой весовой категории. Свой последний поединок провел в рамках турнира Данавайт Контендер Сириз, где должен был подраться за контракт в лучшей лиге мира, но, к сожалению, потерпел поражение с единогласным решением судей. И возник вопрос, настолько ли хорош после такого вот долгого, наверное, отсутствия в октагоне Шамиль Нариман Аббасов. Да, то есть месяца и последний раз выступал в месяц июня, да? Июнь-июль. Большой такой, да, перерыв. Да, 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 сказать. Все верно. Я думаю, Нариман перезагрузился. Для него это, да, можно сказать, там новая глава сейчас. Чтобы в дальнейшем дальше планировать обратно какие-то варианты с Западом, да, нужно сейчас выходить и выигрывать, закрывать свое крайнее поражение.
Мало кто в это верил, что Нариман Аббасов может выступить в Лиге Найза, но этот день случился. Юбилейный 50-й ивент, главное событие вечера. Итак, все внимание на экран, ждем официального объявления участников этого мейн-ивента. Ханыбек Жанабекулла и Нариман Аббасов. Сонымен, ханымдар мен мырзалар, кештің басты жекпе-жегі жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the main fight of the evening is in a lightweight division. Allow me to present judges of the main fight. Манап Кавдиев, Мұхтар Қанатбаев, Асылбек Исмағамбетов, Фарух Хамрахулов, рефери Нұрбек Мұңлықов. And so, judges are ready, referee are ready, fighters are ready. Let's start! Introducing, fighting out of the blue corner, his professional record, 17 wins, 8 losses. He stands 177 centimeters tall. His weight, 70.3 kilograms. Fighting out of Bishkek, Kyrgyzstan, Kanybek Jadabekulla! His opponent fighting out of the red corner, his professional record, 28 wins, 4 losses. He stands 173 centimeters tall. His weight, 70.3 kilograms. Fighting out of Baku, Azerbaijan, Nariman Bayraktar Abbasov! Бойцы, бойцы, ко мне. Так, слушай меня внимательно. Формула боя, 5 раундов по 5 минут. Правила знаете, не нарушаем, по команде стоп, не работаем. Пожали руки. По углам. Итак, главное событие вечера. 5 раундов по 5 минут. Найза 50. Нариман Аббасов и Ханыбек Жанабекулла. В синем углу Ханыбек, в красном углу Нариман Аббасов. Но мне кажется, 5 раундов поединок не продлится. Но у обоих есть ударная сила. Боец готов! Боец рука. Готов! И вот бой начинается. Как всегда, Ханыбек. Ханыбек известен именно этим сверхуважением. В октагоне. Огромный, конечно же, размах рук у Ханыбека. Для полулегкой весовой категории. И легкой, в которую он перешел даже. Да, руки очень длинные. Сам знаю, сам ощущал. Да, Фанель, ты пропустил как-то в поединке один шальной удар у Ханыбека, который чуть не изменил всю картину боя. О, хайкик. Неплохой хайкик в исполнении. Не торопятся оба спортсмена, кстати. Никто не форсирует события, обрати внимание. Ну да, формат боя 5 по 5. И куда торопиться. Ну, насколько я правильно помню, Ханыбек еще не дрался 5 раундов в своей карьере. Ну да, оба ярких финишера. Нариман не один раз вроде проходил дистанцию 5 да, раундов. Здесь, конечно же, вот как раз таки Нариман, на мой взгляд, именно боец 5-раундового да, формата. Он с каждым раундом наращивает темп. Сейчас он начинает с разведки, можно так сказать, да. Джеб неплохой. Ханыбек вот усыпляет вот этой вот своей какой-то, да, такой расслабленностью. Ты вроде не видишь ничего, не видишь угрозы, и бам, в один момент можно наказать. Самое главное, что Ханыбек сейчас работает без суеты, вот самое главное. Ну и в целом, в его поединках я мало помню, чтобы он суетился с первых секунд. Да, да, не форсирует события. Нариман начинает. Туда попытка была тейкдауна, кажется, от Аббасова. Да, попытка тейкдауна, пока что неудачно. Защитился от первого попытки. Ну, темп такой пока что, да, невысокий. Атаку на атаку отвечают друг другу. Да, особо такого даже активности, за которую зацепиться пока что у нас в первом раунде мало. Сам рефери подгоняет и Ханыбека, и Наримана.
Попытка вертушки от Ханыбека. Да, с вращением от Ханыбека. Ну, он такой, да. Любит красивые развороты. Ну, удары. Такой вот, на самом деле. О, хай-кик шальной. И пытался сейчас развить свой успех после хай-кика передней ногой. Ханыбек. Да, у Ханыбека и ноги длинные, и сама у него антропометрия такая нестандартная. Вроде роста невысокого, а конечности длинные. Да, да, есть такой момент у Жанабекуло. Да, и ударная сила присутствует. Очень неудобный для любого, наверное, бойца. Когда ты пропустил удар, ты видел, откуда прилетел этот удар? Нет, кстати. Я думал, что я в безопасности нахожусь и не увидел. Благо, вовремя перестроился. Ну, слушай, размах рук точно поменьше у Абасова Наримана. Да, Нариман все ищет. Ищет вход, ищет вот этот вот ключик. Проваливает, но пока что не отвечает. И Нариман никогда особо не отличался вот такими большими габаритами для легкой весовой категории, на самом деле. Да, да, в принципе, мог биться и в полулегком весе. Но этот решил, принял такое решение, наверное, что он боец 70 килограмм. Ох, неплохой тип такой, в корпус пропустил сейчас Нариман. 90 секунд до окончания первого раунда. Кто-то должен более явно забирать концовку. Еще неплохой тип. Еще сейчас Нариман попытался провести перевод. Неплохой, неплохой раунд. Пока что непонятный, да, кому уйдет этот раунд. Да, равный на самом деле. Были свои успешные моменты и у Ханыбека, и у Наримана. Очень немного ударов выкинуто с обеих сторон. Качество, может, как-то будут судьи оценивать. Но сложный раунд для судейства. Динамики очень мало. Ох, пошел, пошел. Серебряная работа как раз таки Абасова. Видели мы его на таким поединках в Вайкальте. Неплохой тип обратно. Слышим, как поддерживает зал Наримана. Много болельщиков пришло поболеть сегодня. Справа сейчас достал ударом. Наримана Абасов своего оппонента ударом справа. Вот мы и узнаем работу Наримана. Его работа вот ручками. О, неплохо. Хайкиком отвечает Ханыбек. Да, отвечает, отвечает хайкиком. Сейчас завязка в клинче. О, мидл-кик. Доставляет неуловство этот мидл-кик Нариману. Завершается первый раунд. Да, сложно, конечно же, резюмировать итоги первого раунда на самом деле. Ну, первым номером работал Нариман, постоянно давил. Конечно, сложнее, да? Здесь больше как-то нужно оценивать. Акцентированные удары какие-то. Давайте взглянем на самые лучшие моменты первого раунда. Да, да, да. Неплохие мидл-кики в исполнении Ханыбека были. Защиту неплохую от тэкдаунов показал. Показал, что в одну ногу ему очень тяжело пройти. Да, на самом деле, за свои более 20 поединков провел Ханыбек Жанабекулов в профессионалах. Ни разу за эти 20 боев не проводил 5-раундовых поединков. Но пока что неплохо себя проявляет. Да, вот что же касается раунда Наримана Абасова, то и вот все практически чемпионские поединки в лиге Fight Nights были 5-раундовые. Все готово к началу второго раунда. Капу, капу. Не ставили. Либо намеренно, либо забыли просто-напросто. Может, капа прозрачно. Ну, бывает же такое. Любитель. Решил сейчас обратить внимание, что более на более близкой дистанции работает Ханыбек. Да, 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 да. Ох, хайкик неплохой. Еще но один. Пока что в защиту. Рука на месте. Нариман показывает, что пропущенные удары особо не сказались на нем. Ну, на самом деле здесь больше в защиту. Ох. Но все равно удары ногами, да, и забирают много сил. И когда ты попадаешь, по функционалу тоже бьют сильно. Уверен, большое количество зрителей из Кыргызстана и из Азербайджана наблюдает за этим главным событием вечера. Да, обоих спортсменов поддерживают болельщики. Они славятся
И азербайджанские болельщики, и кыргызские болельщики славятся своей поддержкой. Я думаю, много здесь болельщиков смотрят и наблюдают. О! Потрясен Нариман! Витает чего-то сможет Ханыбек! Удастся ли сейчас во втором раунде? Сможет ли Ханыбек добить? Восстановился после пропущенного удара Нариман. Не форсирует события. О, идет вперед Ханыбек. Почувствовал уверенность в своих ударах. Ханыбек Уло. Идет вперед. Неожиданно, конечно же, выбросил. Да, да. Ты, как я и говорил. Об этом знаешь. Да, не понаслышке. О, еще слева. Убегает сейчас. Хайкик. Еще один мидлкик, точнее. Пока что, да? Нариман вроде... Размены в клинче. Необходимо разрывать этот клинч. Ханыбек, в любом случае, нельзя оставаться в клинче. Пропускает Нариман снова. Близок к досрочной победе. Ханыбек вкладывается в удары. Падает на пол. На Галваза Акталдона пытается сможет снова. Сможет ли добить Ханыбек? Сможет ли добить он? Завязка в клинче. Нариману нужно восстанавливаться. Идет за тейкдауном Ханыбек. Он восстановился, по всей видимости. Да, да, да. По всей видимости, Нариман восстановился, пропустил сильный удар в глаз. Видно гематому. Чем больше сейчас находится в клинче Ханыбек, тем больше времени дает на восстановление Нариману Аббасову. Да, да, да. Нариман восстановился. Да. Создает проблемы Ханыбек Нариману. И пока что второй раунд забирают свою копилку. Две минуты до окончания второго раунда. Да, пока что Нариман не может найти вот этот ключ. Если по первому раунду были вопросы, то третий, а точнее, то второй уже вопросов абсолютно не ставит нам. Кто же... Второй раунд забрал Ханыбек. Ну, опять-таки, до окончания второго раунда еще две минуты остается. Возможно, Нариман сейчас. Да, неплохой колено. Сюрприз там устроит. И, кстати, Ханыбек неплохо работает в клинче, не дает, нейтрализует вот эти попытки тейкдауна от Наримана. Нариман но идет. Здесь, наверное, Нариман больше, мне кажется, Аббасов здесь больше отдыхает. Но нет, оформляет посадку. И вот этот тейкдаун, конечно же, может испортить. И вот уже ситуация шансы. Кардинально меняется. Шансы на победу у Ханыбека во втором раунде. По судейскому записка. Да, нужно... Менять позицию. Насколько хорош Ханыбек в партере, Фаниль? Ну, защиту в крайнем бою показал неплохую. Сейчас, в принципе, такого сильного урона и не пропускает, да? Но сейчас может попасть. Сейчас выйдет на треугольник ручной. Вряд ли рисковать, наверное, Наримана. Но я думаю, меньше минуты. Нет, не получилась попытка. Ну что, плохо, Ханыбек даже не пытается вставать, лежит на спине. И... Ну, он ждет, наверное, окончания второго раунда. Да. Сколько секунд остается. Ну, может и не дождаться. Может не дождаться. Нариман близок к досрочной победе. Да, да, уже Нариман активизировался и концовку забирает. Начинается. 30 секунд остается до окончания второго раунда. Да, надо закрыть гард. Ханыбек либо пытаться встать, нейтрализовать вот эти пушки от Наримана. Ханыбеку необходимо сейчас дотерпеть до окончания второго раунда. В глухой защите, в пассивной защите находится Ханыбек. Да, сейчас пассивная защита в исполнении. Может сейчас вмешаться происходящее, близок к тому, чтобы вмешаться. Но раунд заканчивается. И, как говорится, saved by the bell. Неоднозначный раунд. Спасен гонгом. Здесь такой же раунд 50 на 50 снова. Ну да, да. Нариман перевернул ход поединка. Могут ли дать 9-9? Опять-таки. Ну, первый раунд тоже непонятно. Очень близкий поединок мы с вами наблюдаем. Да, да. Оказалось на бумаге, что он, Ханыбек, является явным, не андердогом, явным, точнее, аутсайдером этого поединка. И вот, явным смотрим момент, как пропустил Нариман. Вот здесь оверхенд справа. Кажется, ты такой же пропустил, да, Ваниль? Да, 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 да. Причем он бьет, обрати внимание, не в подбородок, а вот выше лба, да, где-то вот? Да, да. Область виска, что ли, вот. Ну, не смог, вот, умение добивать, наверное, у Ханыбека
Ну, здесь засуетился, поторопился, возможно. Да. Слишком, скажем так, вот говоря по-простецкому, газанул. До конца. И бензобак свой истратил. Сейчас функционал, думаю, функциональная подготовка обоих спортсменов идет на первый план. Но пока что это стоит мейн-ивента. Да, абсолютно. Два раунда пролетели незаметно. Мы видим очень-очень хороший зрелищный бой в исполнении двух спортсменов. Начало третьего раунда. Главного события вечера. Все так же неизменно. Нариман Аббасов и Ханыбек Жаныбекулы. Неплохой мидл-кик. Будет теперь, скорее всего, держать руки повыше. Нариман после пропущенного удара. Вот сейчас, кажется, Нариман нашел свой темп. Сейчас будет брать темпом своим. Прошел в одну ногу, сейчас будет посадка. Увидел именно брешь, проблемы с борьбой Нариман. Я думаю, что теперь будет пытаться... Посадил на пятую точку. Сейчас будет занимать позицию сайд-контроля, скорее всего. Да, и вот слабую сторону Ханыбека Нариман Аббасов. Ну, в принципе, с халф-гарда можно работать. Да, работа в партере. Это не сильная сторона Ханыбека. Нашел брешь в защите. Да, все и верно. Работает. Как раз таки последние минуты сейчас второго раунда показали, что Ханыбек очень сложно ему защищаться от борьбы. Попытка Кимуры. Ну, передумал. Пошли локти от Ханыбека. Даже снизу пытаются, да, как-то огрызаться, действовать. Здесь может даже и рефери поднять бойца в стойку из-за отсутствия активности. Не могу сказать, что Нариман прямо активен в партере. Да, Нариман делает все, чтобы не подняли стойку. О, неплохой такой удар справа. Не дает. Встает на ноги, Ханыбек встал. Причем очень легко, да, так? Взрывная сила такая. Удастся ли сейчас защититься? Самое главное, вот, оставаться на ногах Ханыбеку. Держит за сетку, кстати, Ханыбек. Еще один тейкдаун. Очередной перевод от Наримана. Нашел ключ к победе, нашел брешь. Почувствовал, что в стойке лучше не работать, обезопасить самого себя. Перевел бой фарта. Пытается сейчас занять более доминирующую позицию. Близок даже к маунту. Сейчас может сесть маунт. Если как только займет маунт, времени достаточно, может даже удострочить. Да, в этой позиции. Ханыбеку сейчас будет очень тяжело. Поворачивается спиной, опасно. Сейчас выходит на удушающий прием со спины. И сдается! Нариман Аббасов одерживает досрочную победу в третьем раунде удушающим приемом со спины.
Referee Nurbek Munglukhov. Hold this in 2 minutes 55 seconds of round number 3. Winner by submission. Fighter of the red corner, Nariman Bayraktar Abbasov. Дәл қазір бізде трибунада Әзербайжан Республикасының консулы Анар Гусинзаде отыр және Эрхан Эмамалиев. Всем ассаламу алейкум. Рядом со мной победители юбилейного Найза 50 Нариман Абасов. Главное событие вечера – досрочная победа. Нариман, поделись эмоциями по поводу победы. Ассаламу алейкум, Казахстан. Кто сегодня пришел поболеть меня, спасибо большое вам. Я рад, что вас всех обрадовал. А так хочу поздравлять весь турецкий народ с праздником Новруз Байрам. Поздравляю вас здесь. Нариман, удар пропущен был во втором раунде. Скажи, насколько сильный был этот удар? И как ты смог восстановиться после пропущенного удара? У меня башка. Как железо. Пропускаю, но могу себе прийти. Это не первый раз. Ну, жесткий был он. Что могу сказать? Хорошо, что выиграли. Нариман, тебе понравилось в нашей лиге, в лиге Найза? Да, конечно, понравилась хорошая лига. Как многие знают, не знают, я родился в Казахстане, город Шымкент. Сейчас они смотрят, меня болеют. Хочу сказать отсюда, салам алейкум, мои родственники, там дядя, тетя, там много родственников живет. В общем, Казахстан для меня как вторая родина. Думают все, на комментарии я вижу там... Написано, что я в Казахстане выступаю, прямо говорю, как второй родина. Это не так. Я родился в Шымкенте, жил, учился, в саде ходил. Потом на свою родину пошел. Вот так. Ну, если тебе понравилось в нашей лиге, и в Казахстане у нас для тебя есть много соперников на самом деле. Это действующий чемпион, это Фанил Рафиков, которого не получилось с тобой подраться. Как ты смотришь на эти предложения? Фанил, можешь сюда прийти. Фанил, тебя зовут Настердон. Я, знаете, что могу? Я могу сказать, это спорт. Мы же не враги. Сегодня, как сказать, с Фанилом буду драться или с кем-то другим. Разницы нету. Это спорт. Вот так. Только своему сопернику уважение. Все. Только уважаю. Салам алейкум. Фанил, когда ждать твоего возвращения в клетку? Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі. Кім бүгін келген барышыңызға көп рахмет. Что могу сказать? Поздравляю с победой, Нариман, красавчик. Заслуженная победа. Вообще не хотел выходить, забирать минуту славы. Прости, брат. Слышь, праздник что-то весь набрал, да? 90 есть? На. 87. Ну, я честен всегда со всеми. Возвращение планируем, иншалла, после Рамадана. Но Нариман, я так понял, сейчас будет отдыхать. Мы эту историю, надо закончить. Поэтому, если осенью будешь готов, вне зависимости от результата, да, как я отдерусь, но я намерен побеждать в июне. Можем в Астане, либо в Павлодаре, либо в Алмате закатить большой бой. Либо в Баку. Давай в Баку сделаем это бой. Готов всегда, потому что ты к нам приезжал. Теперь моя очередь ехать. Я готов к этому. Поэтому говорить, давай сразу. Давайте стердаун сделаем, да? Если это бой будет в Баку. Баку? Я думаю, проблем нет. Если бакинцы ждут, мы обязательно сделаем. Конечно, ждут всех. У меня. Проблем давай. Нет. Ну что, ходите Найза в Баку. Давайте. Бурные аплодисменты. Сделаем это снова. Найза в Баку. Восстанавливайтесь. Конечно, давай, папа, сделай.
вообще проблем. Вообще, не все мои земляки. 10 тысяч там. Вообще проблем. Ладно, я рад. Давай фотку сделаем.